Всем привет, с вами Кристан, продолжаем играть в разные флешки. Сегодня будем играть в игру под названием Super Battle City. Это у нас типа прокачанная версия Battle City, если вы помните, что такое Battle City. Это довольно старенькая игра, которую, наверное, уже играли многие. И это типа такая вот новый ремейк, так сказать. Она очень такая динамичная, конечно, не скажешь, что это тот Battle City, который когда-то был. Но сделано очень классно, в любом случае, музычка особенно радует меня в этой игрушке. Я надеюсь, она более-менее слышная какая-нибудь, но я старался выкрутить громкость как надо, потому что у флешек есть такая тенденция, если вы не знали, они умеют творить безумие с громкостью, иногда будет громко, иногда будет тихо, и постоянно приходится регулировать, поэтому довольно частенько я бывает спрашиваю, типа, накосячу там что-нибудь или нет со звуком. Потом говорю, типа, весь ролик, блин, какая-то офигенная музыка, никто только понять не может. Какая, блин, музыка? Ты что, совсем с ума поехал, что ли? Вернись обратно на землю. Музыка у него офигенная. Так, надо раздолбить танки, еще и выжить, и базу защитить. Да-да-да-да, давай, да, блин. Так, у нас еще есть наши танки, поэтому можем продолжать их мочить. Да-да-да-да-да-да, большой, надо взломать большой танк, большой. Да какого хрена, читеры вы? Ш-ш-ш-ш-ш от меня. Мои базы свалили от... Пишут мои базы, черт побери. Там мои вещи остались. Все, ладно. А, можем прокачаться, купим себе новое дуло. Так. И ген, конечно. Да. Все, у нас теперь новая пушка. Теперь можем ломать, рушить, убивать. И все такое. Да, разрушать обычные танки. И все такое. Так. Денежки побольше бы найти, конечно. Как-то мало за один танк дают. Так, на-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 на. Все. О, деньги, стоп, подобрать. Да, отлично, все. У меня все есть. Я теперь могу делать все, что мне угодно. Например, взять коробочку, и у меня появится еще один танк. Да ладно. Я такого не видел. Я обучение проходил, и мне сказали, что я там хорош. Умею стрелять и водить мышкой. Да. Весьма неплохие достижения моей жизни, да ведь, ребята? Так, надо пушку захватить. Ну, давай быстрее захватывайся, эту базу раскатают. Да, блин, ты... Иди отсюда. Ира, ты такие. Ох, отлично, все, у нас есть турелька. Турелька — это уже залог успеха. Так, о, все, что ли? Дефенс удался у нас. Замечательно. Так. Ну что, покатились пока за турелькой, пока еще ничего не случилось. Никто не суетись, мой... Не ходите ко мне в мой гараж. Будем это так называть. Так, тихо. Вот, ребят, давай. О! Так, там этот турелька защищает. Я бы хотел еще одного напарника танка. Брутанчик. Чтобы у нас был бронетанчик, брутанчик какой-нибудь, который бы нам помогал. И было бы вообще замечательно, потому что я умираю. Потому что в одного я тут не очень справляюсь. Турелька тоже, конечно, классная штука, но она ездить не умеет. Ее бы себе на голову одеть и поехать. Это было бы волшебство просто. Best game ever, если так можно было делать. Я надеюсь, они мне это дадут. Но флешка в любом случае чумовая, очень драйвовая, очень классная. Мне очень нравится в ней. Ходите месить. Жиробас танк опять сюда приехал. Да и свали ты с моего района. Все. Все, два танка осталось. А, они там застряли. Пробка в Battle City, пробка. Я помогу вам, ребята, я спасатель. Все, спас всех, отлично. Так, апгрейды. Так. Кэнон. 200. Блин, не хватает, ничего не хватает. Я думал, хоть денежки побольше будет, прокачаемся. Но, видимо, не суждено пока что. Так, давайте быстрее поедем. Поедем. Быстрее захватывай, давай. Так, лишь бы меня сейчас не убило, Захватил? Захватил, отлично. А, это мой штаб! С ума сойти, штаб так поставили. Кто так штабы ставит? Кто вас учил строить? Еще бочками оградили, типа, на, раздалбывай базы, пожалуйста. Чё б нет-то? Так, все, надо захватывать турельки по-быстрому. Я не думаю, что я тут справлюсь, если не захвачу. Если только захвачу турели, тогда будет более-менее еще. Так, а, тут еще вот... А-а-а! Ненавижу! Те, кто проектировал это здание, надо уволить. Надеюсь, это был не я. Как
какой-нибудь из своих жизней. Так. А где мой второй напарник танк? Бротанк, ты где? А, бротанк едет в бой. Отлично, он мне поможет. Надеюсь. Ты ведь не поможешь. Да, помогает, отлично. Так, а я пока посижу тут с миром, так, удобненько, в своем теплом гараже, как-то выдуманном, конечно, но почему бы и нет? Надо же придумать себе название какого-нибудь дома, что ли. Он же может быть моим домом, верно? Верно. У танков может быть дом везде, честно говоря. Ой, куда-то не туда поехал, не то схватил. Так. Ага, все, вернул. Что? Я остановил тьму в своем бандикаме. Ох, отлично, дайте прокачка! Прокачка! Не прокатываем. Так. Машинган. О, я думал мне... Я думал, это поменяет пушку, это еще и дополнительное орудие получилось. Это круто. Я напихаю вам. Ну бери, блин, попали. Скири Мейс прям какой-то, я не знаю, так. А где мой штаб? Я броняю штаб или мне надо тупо выжить? Это штаб, я даже не знаю, где мой штаб. Почему я не знаю, где мой дом? Это неправильно. Ух ты, если они сейчас еще и турели позахватывают, это будет, конечно, пипец полный. Так, захватил, нет? Давай захватывай вещи. Ау! Это было, блин, больно. Давай, 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 эту турель заберут, захватят, не знаю, что с ними сделают. Ты еще подвинься. Давай, 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 давай. Не-н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 е. Все, отбиваем. Отлично. Главное вот просто не отдать турели, а то это будет полный капец. Капекс. Какой-нибудь. Капекс. Я где-то такую планету слышал, что так планета где-то называется. Я не помню, где это называется, может мне в комментариях напишите, где она так называлась. Потому что я не помню, откуда я эту планету помню. Так, и где он остался? А, все, разобрались, отлично. Так, открывается с третьего эпизода только открывается, блин. Так, тюрнинг, точность, армор, спид. Бонус, шанс. Не, мне пока это не надо. Спасибо, конечно, за предложение, но я не хочу. Так, ух, это что такое? А, мне надо ехать вот так, типа. Ну давайте сразу стрелять туда, если там кто-то. О, давай, катись ко мне. Катись. О, просто, а! О, как, а! А, как, о! Ща. О! Так, куда вы катитесь? Я, блин, думал, она будет по кругу ездить и взрываться. Так, блин, неинтересно, все обломало. Я такой думаю, блин, сейчас как круто получится, а все вокруг начнет взрываться. Ну, ни хрена такой, блин, баня. Тут такое не прокатывает. Так, давай. Ну, прикольно, что мне теперь задница. Блин, сколько их? 7 штук осталось, 7 танков. По идее, могу просто здесь встать и кемперить, но это нифига это не интересно, ребята. Поэтому я просто поеду и возьму вот эту коробочку, потому что такой еще не видел. О, щит! This shit is best shit. Так, ну чё, все готовы. Пытались они это что-то строить против танка. Слабаки. Убей их всех. Отлично, да, капитан, генерал, я все сделаю, главное не кричите на меня. Я готов на все, что угодно, наверное. Хотя я вру, что это говорит. Я не буду вам полную, например. Вдруг у вас будет такая нужда на танке мне пол сходить там помочь. Хотя это не буду делать, я дважды переживаю. Ну, хотя, если вы меня обидите, то я могу там чего-нибудь у вас там, по-моему.
О, стоп, там что-то... О, эй, стоп, он какой-то китайский, он не работает. Пробивает все равно. Я думал, типа, все, Immortal. Попробуй тронь. Я типа опасным думал стал, все. В итоге китайская игрушка, ничего не работает, нормально не может. Так, еще и убили меня замечательно, всегда хотел умереть. Так. Где отсюда? 8 танков осталось. Я смогу убить эти 8 танков? Я должен убить этих 8 танков? Как вы еще могли подумать, что я их не уничтожу? Вы сомневаетесь? Так, кто рожден, чтобы быть танкистом? Так, 2 танка, отлично. Кто последний? Кто последний на меня? Эй, выходи! Мы с тобой кататься будем. Так. Ух ты, это враг. А, я могу сделать вот так и умереть. Отлично. Ну ладно, поехали. Вон я, кстати, видел, где он спрятался. Он где-то вот здесь вот как сидит, да? Где-то пусть как сидит здесь. Я видел, что что-то здесь проехалось, или мне показалось, совсем уже кучу похоже. И ко мне! Отлично, так. Сейчас эту турельку захватим, правда я не знаю, зачем мне это делать. Кстати говоря, я могу? А, я могу отсюда стрелять, почему бы и нет тогда? Я просто отсюда дистанционно разломаю и все, что мне ее захватывать и умирать лишний раз, не больше, что у меня последняя попытка осталась. Все! И там танк выехал, главное, такой. О, ракет-лаунчер. Ну-ка, как это будет выглядеть у нас теперь? Ладно, на это будем заканчивать. Флешка, конечно, офигительная. Поиграть не обязательно, в описании ссылка. И да, там также плейлист на все остальные флешки и на мой сервер Майнкрафта. И, в общем, много всего другого интересного. Лайки ставьте, не забывайте, подписывайтесь. Мне будет приятно очень, конечно же. И на этом еще не все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что ставили лайк. И на этом теперь все. Всем удачи.